Гибралтар – заморская территория Великобритании и один из самых процветающих регионов Европы. Но все может измениться, опасаются местные жители, после того, как 31 декабря Великобритания выйдет из единого европейского рынка. Власти Гибралтара ведут переговоры с Испанией по вопросам, касающимся пересечения границы, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение товаров и передвижение людей и избежать экономического коллапса. Важно понимать, когда нет определенности и ясности, невозможно разработать план, который бы предусматривал, что все останется прежним и на следующий день, после того, как страна покинет Евросоюз. Но если не будет сделки, жизнь будет меняться к худшему. И не только для жителей Гибралтара. Туризм – ключевой для Гибралтара сектор экономики. Около 28,5 тысяч человек пересекают границу Испании с Гибралтаром ежедневно. Задача политиков – не осложнить жизнь этих людей. Озабоченность проявляют и местные бизнесмены. С закрытой границей или с более жесткой границей людям придется потратить какое-то время, допустим, секунд 10 или 15, чтобы у них проверили документы. Таким образом, они будут задерживаться, попадать в пробки на несколько километров. Все это может отпугивать туристов. В 2016 году на референдуме по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза почти 96% избирателей Гибралтара высказались за то, чтобы остаться в ЕС.